собрано. Проект «Знак качества» продолжает работу на территории региона. Его цель – сформировать на отечественном потребительском рынке общественную систему оценки качества российских товаров и услуг для информирования потребителей. Из добросовестных производителей составят реестр. На этикетках таких продуктов появится звезда качества. О том, как в нашем регионе проверяли бутилированную воду, эксперты рассказали журналистам на пресс-конференции. С прилавка магазина взяли 5 бутылок минеральной воды. 3 из них произведены в нашем регионе, по одной во Владимирской и Костромской областях. Ничего плохого в составе воды обнаружено не было. А вот несоответствие содержимого и этикетки налицо. Наполнение бутылки и его описание совпало лишь у воды «Зеленый городок» и «Весенний городок». Оба производителя ивановские. Вот вода «Святой источник» не соответствовала по содержанию кальция. Если будут вопросы, я могу более подробно об этом остановиться. Обнаружено превышение кальция по сравнению с тем, что заявлено на этикетке. Значит, анализ воды Аэро выявил, во-первых, недостатки самой этикетки, там есть ошибка. Во-вторых, при анализе, опять-таки, по содержанию магния оказалось ниже норматива, который указан на этикетке. И, наконец, вода «Суздальские напитки» наших владимирских производителей оказалась не соответствует по содержанию кальция и магния. Опять-таки, магния было меньше, чем заявлено на этикетке, кальция больше.